На обзор ермоль прикупил. Колбаса сырокопченая, полусухая, миланская. 68 рублей стоит. 100 граммов. Печь найти, где ее распаковать. О, сразу на выбор. Конечно, ищу. Я же был... зачет дернуть, а? Сразу нашел. С голодухи сразу можно все найти. Вот такая блестючая. Где-то 6 из 10. Не обманул. С огурцом 7 из 10. А тут еще кремлевская есть. В хорошем магазине. Колбасный рулетик. Первый повкуснее чем-то. На пиццу такую. Мне кажется, ништяк будет. Приятного всем аппетита, хорошего настроения, доброго дня, позитив всем. Потанцуем. А как он хрустит.